Я могу выбрать мишку или кисть. Думаю, я возьму мишку. Нет, ну лучше возьми кисть. Но. Без но. Выбирай кисть, я сказала. Ладно. Мам, моя кисточка уже пришла. Ух, супер. А это тебе. Так, ну а теперь нарисуй 100 баксов. 100 баксов? Ну почему именно 100? Просто нарисуй, я сказала. Ладно, как-то так. Только я одно не понимаю за... Смотри. Все, что я нарисую, оно оживает? Да, милая, это волшебная кисть. И работает она только у тебя. Тогда я хочу нарисовать щенка. Нет, Мария, не будь эгоисткой. Сначала нужно думать о других. И только потом о себе. Вот твоя сумка Диор. Вау, мам, она идеальная. Пожалуйста, не могла бы ты мне приготовить покушать? Я пока рисовала, так проголодалась. Только ты не смей ничего рисовать, пока я буду готовить. Поняла? Конечно. Что если нарисую то, что она в жизни бы никогда не позволила мне иметь? Моего будущего парня. Кушать подано. Что? Быстро отдала это сюда! Я не поняла, что ты там рисовала? Ничего, я просто руку разминала. Ах, руку! Дай сюда, я посмотрю! Ну что это за ерунда? Это отправляется в мусорку! Нет, пожалуйста, я его еще даже не дорисовала! Что? Его? Не послышалось, или ты пыталась нарисовать парня? Нет. Отдала кисть сюда? Нет, это моя вообще-то волшебная кисть! И ты не можешь ее забрать! Это ты мне будешь говорить, что я могу? Я конфискую все твои краски до завтра! Должна его закончить. Хочу, чтобы у него были голубые глаза. Вот такие. Готово. Надеюсь, этот урок пошел тебе на пользу. Да. Вот и отлично. Держи свои принадлежности. Будешь сегодня кучу всего для меня рисовать. Вот твои золотые серьги в виде Сатурна. О, дорогая, они прекрасны. Но я уже так устала. Можно чуть-чуть отдохну? Ладно, у тебя есть 5 минут? Мам, сейчас еще пару минут. Я не твоя мама. Я твой парень. Что? Я твой парень. Обалдеть. Что-то не так? Ты выглядишь точно так же, как я тебя представляла. Вот до цвета глаз и всего остального. Мария? А я не поняла, это кто? Это курьер. Странно. Я ничего не заказывала. Прошу прощения, но я ее парень. Как парень? Ты что, ослушалась меня? Ну, я так много всего рисовала для тебя. Единственное, что я просила, это просто иметь парня. Одного парня, и все. Серьги, которые ты рисовала для меня, у тебя? Да, вот же они. Супер, это отлично. Папа, что ты делаешь? Просто хочу проверить одну теорию. Работает. Если я порву его картинку, то он просто исчезнет. Эй, держи. Нет, не давай ей это. Что ты делаешь? Ты что, давно должна была сделать? Вычеркиваю тебя из своей жизни. Нет, ты не можешь. Эй, а куда она делась? Отправила ее на тропический остров. Тем более, она давно там хотела уже побывать.